Итак, ребята, всех приветствую. Мы продолжаем наше прохождение этого долгого-долгого подземелья. Уже сколько времени мы здесь провели за этими загадками, головоломками и всем-всем вот этим. И, судя по всему, осталось-то еще как бы немало. Нам нужно еще туда сходить и... Жесть, в общем. Но я не думаю, что на самом деле вот здесь будет подземелье больше, чем которое вот здесь было. Возможно, за час его закончим, но нужно поделать всякие делишки, которые у нас уже давненько накопились. Так, мне порекомендовали висмута. Ой, а он что, вылечил болезнь свою? Да ладно. Серьезно, она пропала? Предлагали полечить его снятием недуга, которое находится на... господи, а где оно? Это благо? Нет, оно находится вот здесь. Да. Где оно у нас? Оно? Да, лечение недуга. А, но для этого нужен материальный компонент походная аптечка. Ничего себе. Вот в первой части для этого она не была нужна. Я вообще, по-моему, первый раз ее вижу. Сильте тоже она нужна, да? Ну, ничего удивительного, да. Логично вполне. Это попытка помочь одному больному или отравленному персонажу. Сделайте проверку на навыка знания религии, если результат вашего пасброска больше или равен. Ну, понятно. Очень интересно. Птичку, серьезно, ни разу не видел. Но... Походу, он все-таки вылечил эту болезнь. Висмут на себе. Ну и ладно, ну и классно, ну и поебать. По-хорошему, можно уже хотя бы разик поспать, чтобы восстановить у командора всякие вот эти штуки, которых осталось совсем немного. Ну и заодно переделать журнал заклинаний. Так, айво. Говорят, что у тебя что-то с панели могло пропасть, но... Я как будто бы не согласен, но надо посмотреть. Так. Снятие паралича. Ну, не то чтобы оно мне очень надо, но пусть будет. Это снятие проклятия есть. Снятие слепоты есть. Это есть. Хил. Супер хил. Хил поменьше, хил побольше. Да, как говорится, восстановление, свобода движений. Разрушение чар. Все союзники. Да, это оно. Безмятежность. Ну, все, что мне нужно, у меня и так есть, поэтому... У нас только снятие паралича убежало куда-то. Не страшно, нашли. Хорошо. Идем дальше. Начнем мы с товарища Засиеля. Немножко переберем ему книжку заклинаний. Так, восьмой круг товарища Засиеля. Так, ауру святости одну убираем. Убрано. Так, пугающий аспект возьмем. Так, он у меня сейчас сразу на панель-то вылезет. Не вылезет. Я буду сразу проверять. Так, аура святости у меня. Вот она. Ага, вот пугающий аспект у меня. Так, ну это дело интересное, конечно. Так, всякие призывы всякие я вот сюда, наверное, сконцентрирую. Даже вот так пусть будут. Заместо чего бы мне его сделать? Кажется, как будто бы заместо защиты очага, к которой я уже достаточно неплохо привык. И применяю в любой непонятной ситуации. Или за место все-таки этой дурацкой нежити. Которую я использую не то чтобы супер часто. Хм-хм-хм.
Ну или за счет восстановления, которое все-таки там в любой непонятной ситуации найду. Так что, видимо, да. Следующее, от чего я откажусь, это восстановление, как мне кажется. Ну, или столб жизни, он мне вообще не понравился, как он работает. Я его вряд ли еще буду использовать, потому что он и врагов, и собак такая лечит. Так что, наверное, уберу-ка я столб жизни. Нафиг он не оказался полезным для меня. Ну и тем более здесь ангельский аспект выше рядом находится. Я его достаточно часто использую. Глядишь, по эту штуку тоже забывать не буду. Так. И она работает сколько? 24 часа, да? Супер, отлично. Идем дальше. На пятом круге у нас рекомендуют мне взять три столпа жизни. А у меня их два, кстати. А, ну вот, мне, да, рекомендовали его убрать. И заменить на два слота праведная мощь. Что такое праведная мощь? И зачем она нужна? Ваш рост мгновенно удваивается, вес увеличивается в 8 раз. Это увеличивает ваш размер на одну категорию. Вы получаете силу, выносливость, но минус к ловкости. Ну и плюс к защите. Угу. Ну, понятно. Рекомендуют мне из-за селя сделать, видимо, супер-хэка-гиганта, который увеличится во много миллионов размеров. Забавно. На один раунд действует, да? Сам на себя. Угу. Куда бы его закинуть, я думаю. Снятие страха, наверное, уберу. В таком случае. Если надо, я его найду. Один крылатый баф за другим у нас идет. Так, дальше четвертый. Да что ж меня в журнал-то тянет все время? Так, на четвертом. Предлагают один слот восстановления заменить на один слот свободы движений. Ну нет, вот один слот свободы движения мне точно не нужен абсолютно нафиг, потому что есть он у Айво. Вот что за точки такие появились? Вы чё? Хотя, это же 10 мне дается на все это, и не факт, что мне хватит свободы движения. Но у меня нет такого прям чуткого недостатка в этом бафе, с одной стороны. Так что не знаю, зачем мне предлагают взять еще. И особенно отказываясь от восстановления. А, нет, я туплю, я неправильно прочитал. Все нормально. Один слот восстановления мне предлагают убрать, и один слот свободы движения на два слота божественной мощи. Вот это. Обращаясь к мощи своего божества-покровителя, вы увеличиваете свою боевую силу и умения, получая бонус удачи плюс один ко всем спас-броскам на попадание. Сколько длится один раунд? В зависимости от количества уровней. Блин, я не хочу отказываться от восстановления, я не согласен. Оно мне надо.
Наоборот, я бы взял побольше восстановлений. Чтоб хватало, но... Так что не знаю. Ну, Айву, с другой стороны, там восстановление есть на четвертом круге. Но, опять же, я... И оберег от смерти там же находится, который у меня в основном все-то изжирает, и мне не остается ничего. Я возьму одну, в общем. Не думаю, что мне прям сильно часто это пригодится. Пусть все-таки одна будет. То панель не резиновая. На, вот свобода движений пропала отсюда, здесь она была. И божественная мощь там появилась. Угу. Так что куда бы мне ее там подзапихнуть, то вопрос, конечно, замечательный. Один слот нежити, может быть, я убрал бы, как мне думается. Потому что это сейчас вот явно не то, что мне нужно. Божественная мощь, иди сюда. Окей, все, она теперь в этом домике живет. Опять в журнал попадаю. На втором круге что мне предлагают взять? Замени один слот снятия паралича, согласен. И два слота защиты от мировоззрения массовая, согласен. Не так часто использую все-таки. На три слота восстановление низшее. О, абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Будем снимать урон характеристикам. Ну, в таком случае, да, логично и вот это убрать, восстановление за 2 единички. Так что да. Давайте так и сделаем. Картинка у меня сложилась, я и не против. Две божественных мощи берем. Все, отсюда она у нас пропадает, и сюда я могу вот эту выдать. Супер, благодарю, логично все, не доебаться. Дальше, хуй дальше. Во, заклинание попал. На первом круге, блин, это ж вообще так далеко. Замени все три слота защиты от мировоззрения одиночная. Вот это, да. Блин, штука-то полезная, но что-то я так и не дошел до ее использования. Ни один слот нерушимого сердца. На четыре слота милость божествам. Давайте посмотрим, что это такое. А, штука полезная, да, я у Айву частенько юзаю. Обращаясь в стиле мудрости божества, вы получаете бонус удачи. Плюс один к броскам на попадание урона оружием. Да, она сразу вот здесь у нас появляется. Так, с Сельским разобрались. 15 минут на журнал. Обожаю. Так. Так, Нэнни у нас стал
твой черед. Так, за Унэнио на первом круге мне рекомендуют заменить 5 слотов снежка. Нет, нет, ток, не снежок, лучшее заклинание просто вообще ever. На 2 слота магического доспеха, ну допустим. На 2 слота ураганного лука, ну допустим. И 1 слот поспешное отступление, ну допустим. А, но нет, ураган лук я не согласен. Его я точно брать не буду. Пусть лучше будет снежок. Я с арбалета все-таки не буду, наверное, стрелять от слова вообще. Прям вообще абсолютно нет. Вот. Тут, а вот это полезная штука. Поспешное отступление, дальше ходить будем. Она и так далеко бегает, а сейчас будет вообще через всю карту бегать. Я не буду ее вообще под лук никак использовать. Считаю, это что-то вообще такое. Ну, такое. Угу, вот они тут появились. Вот мне здесь теперь еще появился этот сапожок. Но этот сапожок я сейчас на снежочек заменю. Все, снежок, ты теперь живешь здесь. Так, идем дальше. Второй круг. Второй. 2 слота опаляющего луча. Нет, только не опаляющий луч. На 2 слота почувствовать уязвимое место. Нет, нет, зачем? Не занимало бы это вот это вот херобора почувствовать уязвимое место, так же как верный удар, полноценное действие, была бы от него польза. А так, ну, редко использую. Окей, так, на первом круге алхимика предлагают мне избавиться от 2 верных ударов, чтобы уменьшать гуманоиды. Это я согласен, это полезная хуйня. Берем. Так, на четвертом круге мага. Замени 2 слота драконьего дыхания, которые я уже давно не использую. Но 2 слота невидимость высшей, согласен. 4, хотя хуй знает, нафиг мне столько. Вот она тут замножилась у меня. Два слота дыхания, но 2 слота невидимость выше. Ну вот, невидимость выше жила здесь. Ага, гуманоид появился здесь. Так, прицельчик остался. Хорошо, ничего не проебали. Дальше. На шестом круге что мне предлагают заменить? 1 слот Сирока на еще 1 слот лучатского пламени. Согласен, Сирока себя не зарекомендовала должным образом. Без задней мысли готов от него избавиться. Угу. Я один раз попробовал эту штуку, больше не пробовал. Иллюзорное разложение, хочу все попробовать как-нибудь. Которым меня тут ебут все местные маги, кому не лень. На седьмом круге. 1 слот радужных брызг, до свидания. На еще один слот огненного клейма, согласен. Не часто юзаю, но штука полезная. Так, а заменил... А, я Сироку заменил, да. Шестой... Так. Сирока-то у меня где было? Сука, ебаная Сирока. Она, по-моему, где-то здесь была. Сироку... А, ну да, Сирок и клеймо, они здесь в 2 ячейки занимали. Все логично. Остальное. Так. Клеймо лучатского пламени. Идем дальше. Восьмой круг. 1 слот пугающего аспекта.
на ангельский аспект высший. Ну, давайте, согласен. Согласен, узнал. Вот ангельский аспект высший появился у нас здесь. И здесь он появился. Спасибо, очень удобно. Так, и девятый круг. Отлично, 20 минут на заклинание журналы. Девятый круг. Замени два слота жить, но два слота ледяная тюрьма. Серьезно? А, нет, два того. Но два слота героического воззвания. Согласен, охуительная вещь. И два слота видения будущего. Согласен, охуительная вещь. Все, теперь уголек больше не нужен нам. Never. Так. Ага, они появились здесь. Это хорошо. Ледяная тюрьма. Ледяная тюрьма пропала. И вот это осталось. Супер-пупер. Супер-пупер, согласен. Да, хорошо. Ну и по заявке трудящихся, так сказать, меня очень просили поспать. Ну, я и не против, в принципе. Да, давайте наши персики покемарят. Прямо здесь. Так. Сорок один. Ух, маскировка лагеря. Надо вот лучше лагерь замаскировать. Ой, ой, ой. 50... А, стоп. А, нормально у нас все пройдет маскировка, а вот здесь может не хватить. Так что лучше тебя здесь подрядить. Тут не получится ничего написать, очевидно. 32 максимум. Угу. Ну, также и тут вряд ли что-то выйдет. Так, стоп, я сохранюсь. Вот я параноик. Шейлин учит нас обнажить оружие только против тех, кто ни за что не желает сдаваться. Тогда мне точно не надо опасаться паладинов Шейлин. Я всегда готов сдаться. Че? Так, ну-ка сейчас еще раз. Я что-то протупил там. Угу, защитные ритуалы, маскировка. Пирожок сделали, остальное ничего не сделали. Нормально, меня устраивает. Шейлин учит нас обнажать оружие только против тех, кто ни за что не желает сдаваться. А, понятно. Да. Странная ваша Шейлин. Что у нас там каждого бафа по часу получается осталось? Ну да, да, даже меньше там, он, смотри, 33 минуты. Че, Вольжев несет больше, чем может унести? Думаю, выгонить. Что, серьезно, никаких даже испытаний по пути? Просто вы меня по прямой пропускаете. Так, запретный зал звучит многообещающе, мне уже нравится. Давайте подготовимся к этому замечательному запрещенному залу. Так, седалище. Юзаем. Лучше
Так, стоп, я это... Ну... Благословление удачи и решимости есть. Так. О, да. На минуту уровень нет, пока не будем. Хотели, может, будем. Да по-любому там битвы будут. Я даже не сомневаюсь. Можно прям зайти, одним глазком заглянуть, и если нам пиздюль залетит сразу, то можно забафаться. Карта не маленькая. Под символом на стене нет надписи, но она и не нужна, чтобы узнать его. Это знак Орешка Галь, безликого сфинкса. Ах ты, безликий сфинкс, собака такая. Я уже слышу там похрюкивание местной флоры и фауны. О, сэндвич... Какой-то там легкой руки, ну-ка. Угу. Супер. Успокаивающая аура вокруг этих костей явно говорит, здесь пал служитель богов. Мы, паладины святой Амидай, мы пришли сюда разогнать тьму, и... Дальше надпись становится... Нечитаемая, а ну и вот на нас тут нападает ослик-суслик-паукан. И сразу убивает нам в одно касание Вольджифа. Ольм, ничего нового. Он появился или он там ходит, патрулирует? Просто вот важно понять. Давайте бафотерапию продолжим. Так, ну это как будто бы я, наверное, пока все-таки выдавать не буду. Ни себе, ни людям, как говорится. Все-таки я хочу с этой штукой походить. Надолго мне ее, конечно, тут супер не хватит. Может, я ее все-таки даже оставлю пока. Так, здесь я все раздал. Так, седалище. О, сейчас он нормально сел, без воебонов. Ну вот за него можно раздать бесполезный баф на звук. Все, отлично. Одна минута уровень, расплывчатость. Давай. Выглядит вообще как хороший план раздавать это на петов. Так, увеличение гуманоида. Пока не увеличиваем. Вообще вот интересно, я юзаю на него поспешное отступление. Оно действует только на Вольджифа или на динозавра тоже? Мне вот не до конца понятно просто, как это работает.
Так, дальше. Чё, кого? Дальше чё, кого? Тут я вроде бы все, что нужно, за него раздал. Блин, все забываю, каких там гуманоидов еще надо увеличивать. Сейчас посмотрю. Надо уже записать себе. Так, ага, Арушилай нужно еще увеличение гуманоида раздать за Сиэлем. Вот, а уменьшение гуманоида, соответственно, Вольджифу, Сиили и тебе, я так полагаю. Ой, это ж на себя. Ну, ладно, если ты на себя можешь забафать, уже хорошо. На других она не раздает его, ну плевать. Сиила и без этого себя неплохо чувствует. Так, тебе. Всем кусакам раздал, любителям покусать. Пешеход высший. Так, это тебе. Так, у кого там еще какие амулеты? У тебя на защиту. Ага, понятно, это тебе. У тебя какой? Так, о, у меня отсюда пропало. Это, господи, сабля. Так, это магическое оружие высшее, а там настройка оружия. Вот настройка оружия пропала. Что еще тут полезного могу себе дать? Готово. Так, сабельные бафы. А вот это вообще, я думаю, не жопить и отдать его тигру. Забирай. Че, мне не жалко же. Одну минуту действует, один раунд действует, один раунд действует, одну минуту уровень, давай. Давай это еще затестить. Серьезно? Блять, вот это пиздец, вот как это бесит, а. Но я не хочу с вами драться, какого хера? Блять. Есть у меня четкое ощущение, что убивать их лучше не стоит. Поэтому я стараюсь не убивать их. Я одного пока убил, но не я, это этот призванный демон дурацкий его там замочил этих зараз. Ах, ладно, за кадром забафуюсь, а то не хочу сейчас это по новой все делать.
Еще я вспомнил, что я зря снятие страха убрал. Я все-таки лучше поменяю на сердечко вот это. Так мне пополезнее будет. Вот, так я уже пробафался, и даже на меня никто не напал. Так что все под контролем. Так что продолжаем баф-терапию. Так. Кому только одному. Забирай ты. Так. У тебя вот это пропало. Свобода движений. Она тут у меня была? Не-не-не, стоп. Она не тут была. Что-то я потерял. Ну-ка. Снятие паралича вынес. Молебен есть. Снятие проклятия есть. Это есть. Блин, она, по-моему, здесь была. Что-то я там, может, конечно, намудрил. Ну ладно. Вам, наверное, как бы виднее. Ну ладно. Не буду сильно придавать этому значения. Что мне тут еще понадобится? Лезвие крестоносца. У меня оно еще не действует. Уже нет, наверное. Раздам по новой. Так, дальше. Устойчивость к магии. Понадобится. Это я раздал. Пэтские бафы за кадром раздал. Так, ну... Ладно. Не принято устойчивость к магии заранее бафать, потому что бывает ее... Она не пропускает бафы, но это ладно. Так, английский аспект выше бафом, осторожно. Так, увидеть невидимое коллективное у меня Вольжев забафал. Да, есть уже магический доспех, господи, ну не знаю, ну себе выдай. Больше ловкости, богу ловкости. Один раунд. Это все короткие заклинания. Угу. Огненное клеймо, пока нам не надо, мы тут без него справимся. Но за нее я основные бафетские-то раздал. У нее не то чтобы их, конечно, много. Увеличивать животных мне не нужно. Так, а вот за тебя вот эти надо нам подраздать еще. Я кому-то еще эту ладошку давал. Вот, да, тебе давал. Раздай за Сиелю тогда. Ну вот теперь на всех хватило. Эй. Эй.
Так, устойчивость к магии. Тебе ее дал? Тебе это дал, я вижу. Устойчивость к магии. Ага, на тебя она тоже есть, гляжу. А, нет, вдохновляющий лидер на тебе. Так, ну на вас я вижу. Да, устойчивость к магии есть. Есть. Себе выдай. Так, ну все, я готов. Спустя 40 минут можно и поиграть. I'm rather proud of this one. Godspeed. Let us press on. I sense something. О, а паукан бродящий все-таки оказался. Ну-ка, что за робот такая? Сложность спас боска против любого заклинания с дескриптором электричества, сотворенного носящим, увеличивается на 2. Некому нам дать это хозяйство. Что за пеплоцвет? А, кулинарный ингредиент. А что там Рушила обнаружила, я чуть не понял. Провалено. Пройдено, блин. We march ahead. Так, чё? Ты же сейчас у нас дофига воин. Но все равно будешь бафать пока что. Так. Не хочется тратить ничего такого, конечно. Вот эту гадость сделай. Это мы наложили. Да, это мы. Мы можем. Так. А, она, видимо, эту штуку и обнаружила. Просто я что-то, может, ебалом прощелкал. Так, ловушечка обезврежена. Так. Интересное кино.
Это кто? Культист, жрец? А чё культисты, жрецы умеют? Я что-то не помню просто. Так, это всё хуйня. Чё-то там гадость его проведения негативной энергии. О, сука, неприятная хуйня. По-моему, не встречали мы эту заразу еще. Обращение со щитами на какой-то ляд. Там еще два лукаря-пукаря есть. У него какое-то... Ну, в общем, аватар как у этих из преисподни. У демонов я забыл. Ну, не суть. Да ладно. Ничего ты стелишь, конечно. Угу. Оу. Вот это внезапно. Вот это очень интересный поворот событий. Неожиданный, я бы даже сказал. Блин, забыл отключить. Давайте потестим что-нибудь. Тут мы все равно особо никому ничего не раздадим. Однако. Так, чё это? Чё это? Вон тебе тигр кусь оформил. А это чё он тут бежал? Угу, интересно. Так, две атаки я могу словить. Неприятно, не хочется ход терять. Да блин, не может она нормально встать. Давай так тогда. Хоть пополезнее будет. Вот это уже, конечно, очень заманчиво выглядит. Опа. Так, а почему ты... А не из-за большого ли размера она сейчас по одному разу ходит? А, нет, в 6. Видимо, просто здесь этот, слетела иконка с количеством атак. Ладно. Защита от стрел, нихера вы мне не сделаете. Действие на страх. Ага, ну все, пизда вам.
Так, и... Чё, давай с тебя. Неплохо. Хочешь побить кого-нибудь? Ну, до тигра я все равно не дойду, так что да, можно и ударить кого-нибудь. Ешь его. Так, ну эти если рыпнутся, они почти сразу все отлетят. Зель там маханул напоследок. Так, ну они тут сами разрулят, как будто бы. Только хотел силу похвалить, что как же хорошо она попадает по противникам, но что-то поторопился. Балета стрельнуть. Ну, я не думаю, правда, что я попаду. И, а тут не смог убить. Классно вообще. Пока. Тигр, бей его. Понятно. Вот да, вот этот мешочек я искал. Прежде чем забрать отсюда. А, или тут нажать просто надо. Ну-ка, нажимаем. Ага, и дверь открывается. Понятно. Но это не все, очевидно, нужно и там еще нажать. В соседней комнате. Сохраняем бы. А, тут такой же... Опа, это че за на... Так, стоп, я абсолютно не согласен с происходящим. Это что за такое? Алло. Так, секунду. Икс, идем дальше. Вот она, зараза. Да ёлка, налево. Ну ладно, меня хоть там не спалили, на том спасибо. Ну с тобой-то мы справимся. 6 дотягиваешься сейчас, а если я метку дам, то не один только дотянешься, да? Ага. Вот и нашел я минус этого метода. Так, Вольжев, разрули всю ситуацию. Вот и все. Блин, ски, блин. Ну вот это сложновато. Тут сейчас будет всех до сюда довести. Ну давайте попробуем.
Культист-разрушитель, еще один новенький товарищ. Distract them for me. Ох, бля, Сирока, можно не надо. Ого. Ну, давайте, это тоже культист-разрушитель, да, попробуем на таких не самых выгодных условиях подраться. О, бля. Ну что-то вы для культистов-разрушителей юзаете какую-то хуйту полную. Конечно, Лилитку атаковал, но они сейчас побегут и нахватают меня тут по башке. Так что недолго их сказочка будет длиться. Ни до кого не дотянусь этим бафом, вообще огонь. Осталось-то всего ничего. Боль же, ну ударь ты ее, красавчика. Так, давай покричим немного. Блин, я не хочу на нее хорошее заклинание тратить. От плохого она не погибла. Это кто так далеко дотягивается? Хрена себе. Опять с ума сходит. Так, давай снимай ловушку. Нажимаем кнопку и открываем ворота. Пытыщ. Чё, в одного только попал? Блин, обидно. Их вон тут сколько. Культист-стрелок. Это разрушитель. Ну, разрушители вообще не страшные. А у тебя действует еще, может, этот баф? Нет, он у тебя закончился.
Смели просто вообще. О, тут снова эти пацаны на стелсе тусят. Понятно. Еще один. Ну да, их там по три в ряд стоит. Не буду, наверное, им никак ходить пока. Еее, супер крутые ходы. Еще один камень. Готово. Готово. Угу, то есть это еще и не все. Нам есть еще дальше куда там спуститься. А, но это никак другая локация. Что произошло? Опа. Пацаны под заклятиями. Самые, блин, бесячие. Сила еще ранена у меня до кучи. Так. Заклятие. Вон один здесь такой. Ну вот, сейчас с него в первую очередь избавимся. Летай. Нормально. Yeah.
Хо-хо-хо. Но не сильно нам это помогло. Вольжев помог нам немножко. Последний остался. Колдуны есть среди них? Один есть. Где он? Вон он. Ну, по-моему, точно такой же стек вылез. Такое ощущение, что мне нужно просто до тут добежать и кнопку нажать. Силу попробовать туда отправить. О, ничего себе, больше тут дела делает. Мы читали уже, я просто вспомнить хочу. Хочешь за арбалет пострелять? Получай, супер гусь. Супер-мега камень. И опять они лезут. Это ты че удумала? Так, колдунов нету, но есть одна вот такая, победитель нежити. Ришкагали. Че умеешь? Умеешь дофига всяких штук. За Вольжев это ее затащу. Ну, давайте поглядим, я пока не буду переигрывать. Тут вроде бы как достаточно посильная ситуация, более чем. Попал в него, хорошо. Ты слышишь? Ты слышишь? Че удумала? Хороший залетел. Эй-ей. В смысле? Почему они погибают? Не понял. Они типа как камикадзе, что ли? Осуждаю. Не надо так.
No glory without risk. Вольт же вход пропускает. Или что произошло? Ладно, видимо, да. Паралич. Что за дичь? Ну, вот это крайне неприятно. Все живы-здоровы. Не считая параличей. Да ладно, он затащил все. Вот этот поворот. Так, Вольджев, давай-ка мы твою жопу обратно посадим на динозавра. И начинаем люто лутать. Средний метаскиптер ускоренных заклинаний. Угу. Еще один зеленый камень. Ну и что-то с ним. Эй. Это что? Косточки разлетелись. Ну прикольно, что. Все тут сделали. 44 плаща, охренеть просто вообще. Интеллект, выносливость, кольцо удачи, кольца, куча колец. Ну, короче, я вообще супер богатый буду. Можно купить всяких там банок восстановления, на всякое дерьмище, короче. Вот и шиковать. И записывать все говёные заклинания. Жалко, не пишется, куда они копируются. Полок сена можно изучить, излечение. Даже у меня ничего себе есть. Губительный яд. Все-таки сюда мне это записалось. Ха. Обездвижить гуманоида тоже. Что еще ты можешь изучить? Ой, банши, вот это круто, конечно. Становление. Вот это херобору, губительный разлом. Очи. Я ничего из этого использовать не буду, но мне нравится, что у нас все это появляется в книге заклинаний. Ледяное прикосновение. Вообще мечтаю просто использовать этот свиток. Вот это супер сокрытие разума коллективное. Длительность 4 часа. Ух. Ну-ка. За место какого-нибудь, не знаю, там ледяной тюрьмы там раздал и живи. Все, вон в алхимика накопировалось. В колдуна ничего не копируется, ну и хорошо. Ладно, давайте на этом закончим. Продолжим, как говорится, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.